Вот сегодня мы собрались в Доме ученых в Лесном, чтобы поговорить о будущем науки. Когда 40 лет назад я учился в университете, работал в НИИ, говорили о том, что будущее принадлежит талантливым дилетантам, работающим на стыке наук. А сегодня кому принадлежит будущее науки? Ну, я думаю, что будущее науки принадлежит не отдельным лицам или личностям, или даже социальным группам. Это живой организм, который впитывает в себя творчество очень многих людей разных, из разных социальных групп, разное образование. Ну, просто вот творческий порыв есть, и все. То есть это не гениальные одиночки, как это было в начале 20 века, это корпорации? Кого вы имеете в виду? Циолковского? Ну, и Циолковского, и всех величайших изобретателей. Все-таки просто сегодня... есть Илон Маск и есть корпорации. За кем будущее? Я думаю, что здесь трудно провести границу. Здесь индивидуальный вклад трудно сейчас вот сразу оценить каждого из участников этого процесса. И в то же время без обоюдного диалога какого-то участников самого процесса тоже невозможно развитие каждого конкретного человека. Поэтому так ставить вопрос нельзя. И то, и другое. И за тем, и за другим будущее. В какой мере? Ну, это все будущее. Философы говорят, что всегда все действует в комплексе, все причины и какую-то определенную доминирующую назвать, так сказать, опасаются. Скажите, пожалуйста, вы вообще как представляете себе будущее? Что это такое? Продолженное настоящее или какое-то нечто новое на витке спирали? Будущее науки вы имеете в виду? Вообще. Вообще будущее? Но для меня будущее – это некая математическая реальность, как я себе ее представляю. Вот есть прошлое, актуально безначальное прошлое, по моим представлениям, и есть потенциально бесконечное будущее. Вот примерно так. А наше будущее вы себе в каких тонах представляете? Вы имеете в виду политические аспекты международные? Нет, не только политические, какие? Ну, скажем, будущее человечества. Как единение человечества на каких-то общих принципах. Принципах духовных, прежде всего. Ну, а ближайшее будущее? Ближайшее, я представляю себе, будет полицентрично. Полицентризм возобладает. И через полицентризм выход уже на какое-то единение людей на новых принципах. Совершенно новых принципах. Я понимаю, оптимистически смотрите. Да, безусловно. Безусловно. Конечно, будут очень большие потрясения еще нам предстоит пережить. Но после этого... Это все судороги прошлого мирового порядка, который, так сказать, вот устройство, мироустройство. Тот, который будет в будущем, он и справедливый, и гуманистичный, и в каком-то смысле духовный, в том смысле религиозности такой человеческой. И это все нас ожидает. Но нас ожидает планетаризация через... Ну, апокалипсис, как написано в Библии. Ну, апокалипсис не апокалипсис, но через очень сложные трагические события. Единение, но когда мы делаем урок вот на основе этих событий. Спасибо. Ваши передачи я смотрел по интернету, совершенно замечательные, когда проходили, я наконец вспомнил ваши прекрасные замечательные передачи и интервью. Спасибо. Вот каким вы себе видите будущее науки? За кем будущее науки? За талантливыми одиночками, как Илон Маск, или корпорациями? Шульц Эдуард Олегович, я содокладчик по этой теме, о будущем науки. И я вынужден, мы так договорились между собой, я во второй части буду говорить о социальном аспекте. Ну, вы будущее видите в светлых тонах или все-таки в темных? Я признаю предсказания профессиональных футурологов, которые на научно обоснованных форматах, что ли, как бы это лучше сказать, делают не совсем окончательные выводы. И они состоят в том, что развитие и общества, и науки как части общества, да, внедренной в общество, что предсказания через несколько
несколько десятилетий, не более двух с половиной, приходит к так называемой точке бифуркации. То есть к такой точке, где дальнейшее развитие и общества, и науки, естественно, тоже предсказать трудно, в том числе, вот то, о чем вы говорили, в том числе возможность бифуркации существует. Вот каким вы себе представляете будущее? Это что-то продолженное настоящее или, может быть, нечто новое? Будущее всегда представляется нам светлым и радостным, потому что мы же оптимисты, люди-то все. Ну, а реальность? Души. Реальность бывает мрачная. Что говорить, тут спору нет, а будущее нам кажется всегда лучшим. Даже чем старше становимся, тем уже короче наше будущее, все равно мы веселимся. Ну что это? Несколько слов представить. Цыпленков Павел Вадимович, общественный деятель, депутат Ленсовета первых созывов. Вот, известный, так сказать, общественный деятель. Спасибо. А как вы себе представляете будущее? Это что-то продолженное настоящее или нечто новое на новом витке спирали? Или повторение? Любое новое – это повторение старого. Как говорили, кто-то сказал из Макиавелли, кажется, надо читать древних, потому что все, что было в древности, то случится и в будущем. Только на других, конечно, технических и социальных позициях, на другом фундаменте. А за кем будущее? За талантливыми одиночками, как Стив Джобс, Илон Маск, или за корпорациями? Вот на этот вопрос мне ответить сложно. Вообще корпорации – это 20 век. Партии, движения общественные, как бы собрания стран в союзы – это вот 20 век. Я думаю, что чем дальше, тем более войдет в нашу жизнь талантливые одиночки, потому что у них сейчас есть возможности, у каждого талантливого человека, общаться с огромным количеством своих единомышленников, с огромной через сеть, через какие-то средства массовой информации. Я думаю, что одиночки будут соперничать сейчас с целыми государствами. А вам кажется, за кем будущее науки? За талантливыми одиночками, такими как Стив Джобс, или все-таки корпорациями научными, объединениями? Ну, вопрос, конечно, сложный. Мне легче отвечать о своей деятельности, чем я занимаюсь. Я педагог. Ну вот как вы считаете? И я считаю, что если брать педагогику, вот будущее ее в том, что она должна наконец встроиться в общий научный процесс, потому что она до сих пор в поиске своего научного пути. Вот это Эйнштейна меня занимает, пожалуй, больше всего. Вот Эйнштейна в школе называли бесталантливым, троечником, чуть ли не двоечником. Учитель его ругал, говорил, что из вас, Альберт, ничего не выйдет, но тем не менее оказалось, что учитель был неправ. Вот как избежать таких ошибок? Ну, это очень сложно вообще избежать, потому что человек все время в поиске находится. Как раз мы недавно со студентами говорили о том, как проектировать, ну, как создавать социальный проект, вот, и говорила о том, что вы должны разработать проект о том, чего еще нет, что будет вот как раз о будущем. Это функция педагога, быть прогнозистом, скажем. А как увидеть вот подростки будущего гения? Может быть, через непослушание его? А вы знаете, гениальность проявляется довольно рано. То есть это подросток, это уже, скажем, не тот этап, когда она только начинает проявляться. Хотя, может быть, и по-разному. Как вы себе представляете, что такое будущее? Это продолженное настоящее или новый виток спирали, повторение? Понял? Это новый виток спирали, будущее, или что-то принципиально новое? Нет, здесь принципиально нового ничего сказать нельзя, потому что все уже давным-давно известно. И развитие науки, оно как продолжалось, так и будет продолжаться, вот мое личное мнение, независимо ни от чего, ни от каких катаклизмов. И что бы в мире ни происходило, наука будет развиваться. Ее можно временно затормозить, конечно, не такие скачки. Но развитие будет неизбежно. А вы считаете на благо человеку и человечеству такое развитие науки, которое прежде всего используется для создания разрушения? Знаете, любое развитие науки, оно всегда на благо человечества. И атомное оружие? В том числе и атомное.
как вы себе представляете будущее? Это такое продолженное настоящее или, может быть, новый виток спирали, повторение на новом витке спирали? Или что-то У нас значительно более сложно. На самом деле, в общем-то, у нас всегда существуют некоторые критические точки. В общем, точки бифуркации. В большинстве случаев результаты за ними можно предсказать. Но бывают действительно цивилизационные кризисы, то есть когда развитие общества может идти самым разным путем. Вы смотрите оптимистично на ближайшее будущее? На ближайшее будущее я смотрю оптимистично. Более того, я даже считаю, что человечество сумеет перейти через цивилизационный кризис, который вызван информационной революцией. А за счет чего у вас такая уверенность? Откуда? Что все будет хорошо? Ну, во-первых, понятно. Дело все в том, что, ну, во-первых, есть сведения из будущего, которые подсказывают, что, в принципе, это возможно. Второй момент, который есть сейчас, это то, что развитие вот сейчас идет, оно, конечно, как всегда, идет синусоидой, но идет именно той спиралью, которая дает будущее. Вверх? Вверх. Вот как вы себе представляете будущее? Это некое повторение на новом витке спирали или продолжение настоящего, или что-то совершенно неожиданное? Ну, во-первых, ни в коем случае не продолжение. Нас ожидает принципиально другое будущее. Даже мы себе сейчас в большинстве своем представить не можем, насколько оно будет отличаться от того, к чему мы сейчас все привыкли. Принципиально другой взгляд на мир. Принципиально. Вот. Ну, а насчет того, продолжимся ли мы как цивилизация технологическое, или все-таки не продолжимся, это вопрос уже второй. Потому что факты из древней истории говорят о том, что у нас уже были такие моменты, и высокоразвитые цивилизации просто исчезали. Вот некоторые цивилизации, они были закрытые, они, ну, египетская цивилизация, в частности, стремилась всячески снизить научное, затормозить научное познание. Как вы считаете, развитие науки на благо человечеству? До тех пор, пока наука не ставит во главу угла сознание человека, его «я», а это основа мироздания, то до тех пор наука не будет во благо человеку. Она будет во благо только лишь его удобству. А почему политики не прислушиваются к мнениям ученых, к их здравым советам, основанным на научном опыте, а поступают, руководствуясь собственной логикой? Потому что политики живут в старом мировоззрении. Им еще надо перейти на новый уровень мышления. Они к этому не готовы. А как вы себе представляете, что такое будущее? Чтобы говорить, что такое будущее, надо вообще сначала понимать, что такое развитие. Вот. Без этого бесполезно гадать-то. Можно болтать что угодно. А что такое развитие? Допустим, в научном материализме это развитие от простого к сложному, от низшего к высшему. Удаляясь, заглянем в словарь, развитие – это развивание. То есть развивание некой изначально сложной свитости. Вы верите в прогресс? Нет, абсолютно не верю. Вот. Я верю в то, что вот далевское понимание развития как развивание изначально заданной сложности – это наиболее верно, и оно наиболее отвечает всем научным данным, как по духовной культуре, так и по естественному. Ну, вот развитие человечества представляете как некое, так сказать, стрелу времени к определенному, так сказать, состоянию, или это цикличное развитие, как говорили древние? Вот смотрите, если я говорю об изначальной сложности, о чем Вернадский говорил, Бертоланцы, то а что мы знаем как изначально сложное? Это живое. А живое организовано циклически. То есть оно подчинено принципу самовоспроизводства. Вот как вы считаете, почему вот ученые обращаются с письмами, предупреждениями к политикам, как, например, Эйнштейн обращался к Рузвельту, да? А политики, они как-то почему-то не прислушиваются к мнению ученых. Почему? А потому что то мировоззрение, которое господствовало последние столетия, научно-материалистическое, оно освобождает от моральных обязательств. И в этом смысле оно очень выгодно. Как вы считаете, за кем будущее науки? За талантливыми одиночками или корпорациями? Что значит, я не пойму, что значит. Талантливые одиночки в одном месте, они изобретают, открывают,
А корпорации, они все это толкают в производство. Ставят на поток. Конечно, без тех и без тех. Ну, то есть научные коллективы, как известно, гениальные изобретатели, ученые, они, как правило, одиночки. Они создают, сидя у себя в тиши в какой-то, или в гараже, как Стив Джобс собрал свой первый компьютер. А потом уже IBM, так сказать, покупают их идеи и, так сказать, ставят на поток. Вот в будущее, в 21 веке, как вы считаете, за такими гениями с компьютером или корпорации анонимные? Пока ничего не изменится. Все будет точно так же, как и было. А вот как вы считаете, будущее – это продолженное, настоящее? То есть будет, как и было? Или что-то принципиально будет переворот? Ну, переворот обязательно будет. Значит, все-таки не такое, как в прошлом? Не такое. А какое оно будет? Оно будет как повторение, но уже на новом витке спирали? Или что-то, как переход в какое-то новое качество? Не, ну, будущее за социализмом, поэтому... Я, как идеолог творческого класса, считаю, что творцы как бы свою значимость для общества приподнимутся. Вот я сегодня слушал как раз выступление одного политолога, который говорил, что мы 30 лет шли по неправильному пути, и социализм неизбежно вернемся на эту, так сказать, стадию. Вы так согласны с ним? Я с ним согласен, это категорически. Единственное, что мы продолжаем двигаться по неправильному пути. А как вы считаете, какой путь правильный? Западноевропейский, либеральный или китайский проект? Ни тот не является хорошим. То есть Россия – особый путь? Да. Ну, Россия, ну, это моя точка зрения, Россия на данный момент находится в феодальном обществе, поэтому нас еще ждут революции, которые будут преобразовывать общество. Спасибо. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, будущее науки за талантливыми одиночками или корпорациями? За группами однозначно. За корпорациями, да? Один, ну, это будет, может быть, очень умный человек, и даже он может продвинуть, но просто слишком много нужно сейчас нужно делать, рутины и аппаратуры, ну и всего вот этого. Что один, конечно, но все не может. А Илон Маск, Стив Джобс вас не вдохновляет? Нет. А что, он один все делает? Нет, но конечно. Он дает, генерирует идеи, это самое главное. Ну, один, конечно, идеи генерирует, а делать-то кто? Для того, чтобы он сгенерировал следующие идеи, нужен кто-то, кто эти идеи воплотит. Ну что первично? Все-таки идея, как говорил Платон. Это вопрос о курице и яйце. Нет, почему? Платон говорил однозначно, что идея первична. Ну, а Аристотель уже иначе говорил, это вопрос о курице и яйце, на мой взгляд.